Если был бы червяк, я бы уже поймал бы. Но на перловку. А ей еще этой перловке уже 5 дней, как сварили. Сижу. На что надеюсь, не знаю. На какую такую рыбу. Ого. О. Здрасте. Что тут творится вокруг бульдожье царство? Окружили. Помощники. Придется нам в магазин ехать покупать рыбу. Хотя ее здесь полно. Или знаешь как, ты будешь кидать корм рыбе, а я буду с очком ловить ее. Вот это у нас будет рыба, да, Вик? А так мы ничего не поймаем. Да сижу. А вон она, видишь, там шумит. Глянь, что делает. Сейчас грохнется в воду, соскочит. А мне придется ее доставать. Вот и будет у нас такая рыбалка. Ловля французских бульдогов. Носачок. Ну что, поймал вчера что-нибудь? Да, двоих бульдогов. И одного лирика. Вот так рыбаки между собой разговаривают. А она ж лезет, ее, видишь, тянет на провокацию. На глубину, чтобы булькнуться, соскочить. Ладно, буду снимать, как купается Рада. Длинный получится ролик, ну что поделаешь. Разделю на две части. Рыбы нам все равно сегодня не видать. А вот как эта мамзелька свалится в воду, это вероятность есть такая. А рыба плескается, видели он? Вдалеке, сейчас плеснулась. Вон там, где кувшинки. А вон еще плескается. Вика, хлеб у нас есть? Может, принесешь хлебушка? А? Ну, батончик. А, да, мы фигуру бережем, хлеб не едим. Вот мы хлеб не едим, а он в холодильнике лежит. Кто его туда приносит? Угу. Чья? Сейчас жопа это свалится. Потому что ты в тени села. Иди на солнышко, меня не кусает. А, ты же... У нас сахарная, да? Ну что? Надо ее приучать, во-первых, плавать. Учить. И смотреть, как она будет вести себя на глубине. Давай, наверное, ты снимай. Вик. Ну, посмотрю, как она будет этот, вылазить. Давай, иди. Ну, иди снимай. Чё? Лучше... Да какая рыба? Давай. Ну так мы уйдем, она выбежит в сад, прыгнет в воду. А как вылазить? Мы ж не знаем. Иди. На, снимай. На. Держи. Ключ она, смотри. Иди. Иди. Не надо, сейчас ты ее напугаешь. Не напугаю. Ты что, это вообще?
Не надо ее пилкать. Это с мелкого. Уйди, Мирка. Это она с мелкого. А вот как глубокого. Не надо. Надо. Вот. Она испугается и вообще не будет подходить. Вот и хорошо. Ага. Что она испугается. Что не будет подходить. Отстанет от ребенка. Уйди отсюда. Вылазь. Ну стоит на глубоком. Это самое глубокое место. Вот мне надо убедиться. Лерик, кушай кашка вон там в баночке. Стоит. Лерик-то умеет. А мальчик какой за тебя. Сидит красиво. Дай. Смотри. О, какой. А ты что, приближалась что ли? Да. Ну, попытаюсь еще раз половить рыбу, если получится. Еще один не выдержал жары. Залез сам. И тут как раз в этот момент у меня клюет. Ну, давай залазь глубже. Что ты? Одни ножки мочит тоже. Марсик. Ну давай, или назад, или вперед. У меня повело. Да пусть стоит. Пусть не шевелится. Сейчас начнет вылазить. Спугнет мне рыбу. У меня клюет. Пусть. Фу. Перебирает там что-то лапами. Вылазь давай. Он поближе к рыбе, видишь? Черный, не видать его. Еще и солнце глаза слепит. Эти тут рядышком. Банку уйди. Уйди. Я поэтому и закрыл банку. Надо столик сюда принести повыше. Уйди. Сказал. Уйди, сказал. Куда мне ее положить? Мне некуда эту банку положить. Их двое, глядь, на одну банку нападает. А на перловку не нападает. Еще на меня нападает. Это на меня отвлекает меня, видишь? А та хочет стыбрить у меня кукурузу. А этот тоже отвлекает внимание. Все, вышел. С легким паром. Еще и этот будет сейчас покушаться на кукурузу. Да. А то мне иногда вопросы задают. А что вы рыбу не ловите? А вы идите и половите вот так рыбу. Попробуйте в такой компании. А у меня тут поплавочек спутался. Надо поправлять. О, распутал. И закидываю. Надеюсь поймать что-нибудь в таких условиях.